Я вас приветствую и сейчас буду показывать новые материалы со съемок фильма «Матрица» четвертой части. Как мне показалось, тема вертолетов не была полностью раскрыта в предыдущих видео. Исправляю это. Еще фото и видео сцен погони за Нео и Тринити, про которые я говорил в прошлом видео, но уже в новых подробностях. Тачки, как вы видите, у них там классные. Были замечены и убитые в хлам машины. Ну, тут без комментариев. Сцена перестрелки. Вероятно, в той же локации, где и была погоня. На следующих фотках замечен Киану то ли в кимоно, то ли в банном халате. Непонятно. С 18 по 19 февраля была перекрыта площадь около большого здания для съемок. Съемки фильма перешли на новую локацию. Надпись на табличке. Здесь снимается фильм под рабочим названием «Проект Мороженое». Да, жалко, что у меня нет разрешения на работу в США. Это я вас так издалека подвожу к следующим интересным фактам. Проводился набор на съемки в «Матрицу 4» статистов в массовку.
мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет. Оплата составляет, внимание, $124.72 за 8 часов, что в переводе на рубли составляет 7 950 тысяч примерно. Вау, все, я еду сниматься. Еще интересные факты. Съемки проходят в Сан-Франциско, штат Калифорния, с февраля по начало марта 2020 года. Большая часть работы выполняется в период со среды по воскресенье каждую неделю, а съемки сосредоточены между 10 вечера и 7 утра. Рабочий день может быть затянут на 12 часов и более. Даже было указано место, адрес, куда нужно было отправлять свои фото, размер одежды и прочее для съемок. Вот, если кому интересно, адрес директора по кастингу. Проект Ice Cream Extras @gmail.com. А это режиссер фильма и Тринити танцуют с фанатами. Наверное, завершаю видео, смотрим оставшиеся фотки и спасибо за просмотр.